Доброе утро! Сегодня мы приготовим сахарный скраб для тела. Сахарный скраб содержит оливковое масло, которое обладает хорошим омолаживающим свойством. Благодаря содержанию витамина Е и антиоксидантов, оно препятствует увяданию клеток, разглаживает морщины и препятствует их появлению. Для приготовления скраба мы берем примерно 100 грамм сахара, добавляем 40 грамм оливкового масла, 10 грамм масла зародышей пшеницы, 10 грамм масла облепихи и 5 грамм масла абрикосовых косточек. Сюда же мы можем добавить любимое вами эфирное масло. Я взяла иланг-иланг. Все тщательно перемешиваем. Наш скраб готов к применению. Наносим скраб легкими массажными движениями на влажную кожу. Затем смываем теплой водой. Такой скраб можно применять 1-2 раза в неделю.